Орловские работодатели решили прислушаться к советам чиновников мэрии областной столицы и сократили сегодня рабочий день в связи с перекрытием улиц. По итогам опроса, проведенного сообществом «Орловчане ВКонтакте», оказалось, что почти 30% опрошенных уйдут с работы раньше. Еще треть проголосовавших заявила, что у них и вовсе выходной. В меньшинстве остались те, кому рабочий день не сократили. Таких в Орле чуть более 40%.